«Твори добро на всей земле» – не просто название праздничного концерта, это девиз для тех, кто всю свою жизнь посвящает любимому занятию. Дом культуры «Успенский» имеет такую традицию – собирать вокруг себя замечательных людей, интересных, особенно когда это большие коллективы. Вот одним из таких коллективов является студия «Голоса», «Путеводная звезда». Новогодний концерт традиционно приурочен ко дню рождения руководителя мастерской «Голоса», «Путеводная звезда» Светланы Келиной. И самым дорогим подарком для нее в этот вечер, как и прежде, стало выступление юных артистов. Для педагога на сцене, когда поют твои ученики, это наивысшая похвала. Значит, просто ты все это делаешь не зря. В зале царит теплая дружеская атмосфера. Каждый номер яркий и запоминающийся. Совместная работа вокалистов и московских танцевальных коллективов отточена до мелочей. Дети чувствовали поддержку и, кажется, совсем не волновались. Сцена, конечно, их преображает и дает им совершенно другую палитру эмоций, чувств. Поэтому концерты очень нужны всем нашим деткам. В концертной программе приняли участие и выпускники студии. Дарья Пантюшова пришла в мастерскую «Голоса» в возрасте 10 лет. С тех пор ее жизнь неразрывно связана со сценой. Трех лет начала петь, это стали замечать мои родители, отвели меня в музыкальную школу, и тогда я вот узнала, кто эти люди, которые на сцене выступают, поют, играют. Мне сказали, это вот артисты. Красочное выступление детей завершилось симфонией звука. Участники концерта совместно с педагогами исполнили финальную песню. Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Солнце, ты, света, ангел-хранитель.